Привезли 23 200 защитных костюмов высшего класса защиты, вот, одноразовых. Эти комбинезончики можно подвергать еще и обработке. Очень хорошо, видите? А, то есть они не одноразовые? Да, я думаю, что в таком комбинезончике мы его замочим, простираем. Мы к этому были готовы. Это наша профессия. Мы должны оказывать помощь людям в любых ситуациях. Вы это понимаете. Каждый день с реанимации выносили списки с лекарствами. Если это реанимация, то это списки были минимум на 2500-3000. Є кошти, ліки, які ми призначаємо безкоштовно, але ті хворі, які в змозі придбати, ми з ними проводимо бесіду, вони купляють за свої кошти. Це одна із больниць, яка краще всього оснащена в плані і персоналу. Докторов у них 104%.